По делу открытого судебного заседания материал по апелляционной жалобе адвоката Мазуренко на постановление судьи Вашинского районного суда Казани от 2 октября 2017 года, в котором в отношении обвиняемого Халилова Хайдара Хайловича 25 апреля 1954 года рождения продлил срок содержания под домашним арестом на 3 месяца всего до 8 месяцев 23 суток, то есть до 4 января 2018 года, сохранение внимания в угрозу судом запретов ограничения и разрешения, заслушав объяснение обвиняемого Халилова, адвокатов Мазуренко Муратовой, поддержавшей апелляционную жалобу, мнение прокурора Калакова, полагавшего по своей судьбе оставить без мнения, суд апелляционной станции, рукой статьями 389, 13, 20, 28, 30, постановил. Постановление Вашинского районного суда города Казани от 2 октября 2017 года в отношении Халилова Хайдара Халиловича оставить без мнения, апелляционную жалобу адвоката Мазуренко без удовлетворения. Апелляционное постановление может быть обжалованное в конституционном порядке по исходу главы 47.1 УПК СССР с президентом Верховного суда Республики Татарстан. Определенное решение суда с которым ознакомиться через 3 дня. На этом судебное заседание закрывается без изменения.